Так, всем привет. Привет, Twitch, и привет, Дзен. Вижу, что смотрите. По крайней мере, Дзен сегодня, как ни странно, подтянулся. Так, Twitch тоже привет. Что хочу сказать? Зовут меня Лена, но это вы, наверное, так знаете. Играть сегодня будем не очень долго, потому что вечером будет еще стрим по Fallout'у. Я по вторникам всегда провожу стримы по Fallout'у 76-му. А сейчас продолжаем играть в Fable. И сегодня нам нужно будет обнаружить старинную затерянную дорогу. Дело такое, скажем так, непростое. И, возможно, мы даже ее не обнаружим. Поэтому, по крайней мере, сделаем все возможное, чтобы как-то в этом направлении продвинуться. Вот, игра Fable, я уже рассказывала, она достаточно древняя, ей, ну, прям, больше 15 лет, точно. Не знаю, это ремастеринг или как-то что-то изменили, но на новых консолях она выглядит очень даже неплохо. Вот, сейчас в очередной раз порадовалась местному... Как это правильно сказать там? Местным правилам, да, вот меня не было в игре, но я получила очень неплохую арендную плату, потому что вроде как, пока меня не было, тут что-то происходило. Так, и давайте быстренько попробуем что-нибудь найти. Нет, здесь ничего нет. Так, мне тут предлагают выпить чашечку кофе. Прямо на уютном диванчике в лавке. Сегодня, кстати, выпустил очень интересную новую статью на Дзене. Кто-то мои подписчики, я думаю, вы, наверное, видели. Статья называется «Тест, угадай, из какой игры статуя». И вот именно эта статуя меня вдохновила. Но, правда, она в подборку не попала, потому что у меня не получается ее сфотографировать по-нормальному. Но это вот какая-то знаменитая статуя, где герой скачет на боевом кабане. Так... Ну, денежки-то потихонечку у моей персонажки прибавляются. Теперь можно как-то уже и прям почувствовать себя богатейкой. Так, эта девушка у нас торгует едой. Давайте посмотрим. Мне нужно... маленькую морковку. Так, а вы эликсирами торгуете, купить предметы. Особой скидку она не предоставляет, поэтому не буду ее покупать. И кузнец. Все, чтобы тебе угодить. Подождите, он мне что-то хочет подарить, но для этого у нас должны быть очень хорошие отношения. Я не поняла, я могу ему сразу, прямо сходу сделать предложение? Может, я что-то не поняла. Давайте попробуем очаровать по-быстренькому. Так, он любит свежесорванные цветы. Вход на овецкую бойню. Шляпа, бандана, усы. Ну, давайте попробуем его сразу вот так вот сходу позвать за собой. Пойдем? Конечно, будет весело. Так, вот... А где вход на Лесковскую бойню-то? Вот это вот, наверное, вход. Это вот вроде как его любимое место должно быть. Сейчас вот эти дядечки разрази будут глядеть. Это твое любимое место. Да! Это один из самых знаменитых чемпионов. Да не пойду я. Так, это место тебе нравится. Так, да. Значит, я должна подарить ему какой-то подарок. Свежесорванные цветы. Но нет у меня. Ну, давайте ему гагат подарим. Давай! Тоже понравилось. Больше всего.
Отлично! Ой, блин, ты просто случайно. Нушка. А, ну ему понравилось, да? О, да? А если еще раз? Какой удивительно знакомый аромат. Ух ты! Ну, ух же ты! В принципе, все, я вроде бы его очаровала. Эй, забавный человечек, у меня для тебя кое-что есть. Па. Давай подарок. И, а руки-то вот они. Это кстати, неплохое такое, места. В общем. Спасибо. И, ну, что мне надо? Мне надо его теперь отпустить. Потрясающе. Да, спасибо. О, что-то будет. Было ладно, прикольно. До встречи. Так, а что мне делать с этой книгой? Книга. Так. Ой, я выучила новое выражение. Чё себе. Так, и книга. Там еще какие-то были две невыученные. Так. Ничего себе, правда? Сосед мне тут... О, Михаил мне пишет, что... в комментариях, что он в статье угадал только Фолоча и Ассасина. Хм. Но мне казалось, что там... Ой, пойдем ко мне. Отличный. Мне кажется, я это выражение уже знала. Что-то тут какой-то глюк. Мне казалось, что я там все так правильно написала. То есть, например, варианты были такие, что достаточно легко было угадать. Надеюсь, мы тут задержимся. Так, ладно. Давайте посмотрим, что у меня сейчас за задание. Это вот основное задание. Встретиться с кувалдой. Подождать, пока Тереза позовет меня в гильдию. Но перед этим надо немножечко тут разобраться с разнообразными... проблемами. Вот, например, очень интересный квест, я думаю, можно сейчас его пройти. Называется «Свидание вслепую». А, еще раз, да, мы играем в средневековье, ну, как бы не в средневековое, но, по крайней мере, такая достаточно все боевое. Бегаем, а всех убиваем. Сейчас нужно будет единственный квест, в котором нужно будет проявить дипломатию. И, да что у меня за дорога-то такая? И попробовать как-то разрулить ситуацию. Сразу хочу сказать, я догадался, видимся ли еще. Непростой. Мы очень тебе обязаны. Что скажешь? Если помните, вот этот правда вот же уютнее, чем фермер, в прошлый раз. 10 я лет назад, когда... Но все-таки я становлюсь слишком были стар. Были проблемы, мы его спасали. Последнее время все думаю отойти от дел. Я все здесь оставлю сыну. Славное место, чтобы растить детишек и жить с хорошей женушкой. Но... Как жили мы с бедняжкой Дженни, пока она была жива. Но надежды на это пока мало. Видишь ли, мой сын славный малый, но с женщинами ему не везет. Ну да. Я сделал все, что мог. Даже попытался свести его с приличной городской девицей. Да вышло-то еще хуже. Теперь он и говорить с девушками не хочет. Mm-hmm. Может, ты как-нибудь ему поможешь? Mm-hmm. Нет, не в этом смысле. Я уж вижу, что ты не торопишься выйти замуж и остепениться. Но... Поговори с городскими девушками. Расскажи, какой он славный. Тебя они наверняка послушают. Ну, давай попробую, в принципе. Попробуем. Мне надо попробовать найти жениха благодарю. Для его сына. Для меня это многое значит. Вот, возьми эту картинку. Ее когда-то сделал Барнум. Знаешь, странный такой парень. Провозился целую вечность, но зато похоже. Правда? Он вроде говорит обычные вещи, но из-за того, что у него такой голос, получается, что прям... Зато похоже, правда. С придыханием все. Так, Руперт теперь мне на надо поле. Поговорить с Рупертом. Где-то он просто... тут у нас бегает. Ну, так, хорошо, посмотрим, что за паренек Руперт. Вот он. Это привет. Мой отец послал тебя. Ну, слушай, слышите. Передай ему, что я не стану встречаться с его девицами. Я знаю, он очень хочет, чтобы я женился и остепенился. Но я не могу перестать быть собой. Я не хочу жениться ни на какой женщине, понимаешь, да?
Ну, в принципе, я хочу сказать ему правду. Может, он и понял бы. Но я просто не могу. Не знаю, что мне делать. Покажи изображение Руперта тому, кто, на твой взгляд, сможет ему понравиться. Подойдет не всякий. Так, а что, если мы посмотрим информацию про Руперта? Не любит шляпу селянина, а любит неизвестно и фермер по неволе. Но тут нам только по его каким-то интонациям можно догадаться о его характере. Поэтому давайте попробуем найти ему, ну, кого-нибудь. Показать его изображение, подходящей какой-то девушке. Отец, конечно, просто жутко переживает. Поговори с парнем. Да-да-да, я просто поговорю. Я поговорила, в смысле. Так, давайте мы сразу с вами пойдем прям вот в город и подумаем, где ему найти подходящую девушку. Есть Глушинский рынок и есть, может, ему разбойницу какую-нибудь найти. Сады Фэрфакса. Мне кажется, там самые приличные городские девчонки должны быть. Ну что, попробуем? Ты мне нашла новую работу? Или я... Ну что, хочешь снова подвергнуть себя опасности ради науки? Да, давай. 10 лет прошло, она такая, типа, как ни в чем не бывало. Закупка. Прослеживается тесная связь между следующими артефактами и понятиями жизни, плодородия и перерождения. Но это, скорее всего, дубовый дол. Ну, посмотрим. Так, это торговец эликсирами. Ну и ладно. Это у нас кто? Ты ведь хороший? Торговец оружием. Ну, конечно, ты можешь получить скидку. А что я могу продать? Да ничего не могу продать, все нужное. А? Почему ты так хочешь? А этой девушке я что могу продать? Вот игрушечный меч могу продать. Два кольца нищего. Спасибо. Недорогое ожерелье. Я неплохо на этом наварю. Я неплохо. Еще. Я не. Еще что? Ну, в общем. Еще что-нибудь на продажу? Я неплохо на этом наварю. Портить мне настроение. Неплохо. Не знаю, как она там наваливаться будет, да. Так, вот, подходящая вроде девушка. Посмотрим. Ага, серьезная, требовательная, натурал. Не могу я ей показать картинку. А, задание. Слепую. Но ей явно не подходит. Ладно, если честно, я знаю, что нужно сделать. И да, и я думаю, что зрители у меня тоже догадались по интонациям этого паренька, что он очень такой непростой. Поэтому давайте попробуем ему, не будем заморачиваться, найдем ему все-таки парня, да? Кольцо. Так, вот этот вот, например, смотрите. Вот этот вот. Какие новости из соседних городов ты несешь? И натурал. Не то. А ты у нас... О, вот. О, гей и ханжа. Ну и красота. А, блин, а как мне ему карточку предложить? Задание. Может, мне ее надо как-то взять в руки? Записка о раскопках, дневник, выбор мага.
А где? Так, что-то не работает. Так, ну давайте тогда вернемся. Может, я у Руперта что-нибудь не договорила? Может, он что-то еще хотел добавить? Руперта. А, то есть надо именно в глушь или показать кому-нибудь его изображение. Так, ну вот это вот как вы думаете? Ну вот он явно нужная ориентация, но он как-то, мне кажется, староват для молодого парня. Так, я так тебя люблю. Скидка. Вот это тебе. Спасибо. По крайней мере, одного я нашла точно, 100% гарантированно. Мне не нравятся мужчины, но за предложение спасибо. Знаешь, было бы у нас кольцо, мы бы поженились. Я тут вообще-то рядом с мужем стою, да, вот с официальным как бы супругом. Так. Ура! Так, ну попробуем девушке показать. А если найти девушку нестандартная ориентация? Знаешь что? Я не могу заняться любовью. Владим! Натурал, натурал, натурал. Один натурал, что-то тут. Так, а ты у нас какой ориентации? Не написано. Написано, натурал. Давайте вот этой девушке покажем. Кажется, он само совершенство. Здесь мое имя и адрес. Скажи ему, пусть навестит меня поскорее. Так, ну одну подружку я его нашла. Ага. Это я тебе, а не твоему псу. Так, а почему она так с чувством юмора, натурал? Так, и... Ну, хочется какого-нибудь не натурала ему найти, но посимпатичнее. Потеряла я этого дядечку. Здесь тут вроде где-то болтался. А, вот он. Давай-ка ты за мной. Ведись, и я пойду за тобой. Я точно нужного зацепила. Иди сюда. Информация. Требовательный, богатый, серьезный, требовательный гей. Все, что нужно. Так, задание, задание и свидание вслепую вот сюда, в эту область. Странный квест, я понимаю. Представляете, как я сидела 15 лет назад, когда этот квест первый раз проходила с малолетним сыном. Так, это у нас где-то тут должен быть Руперт этот наш. После смерти твоей матери все пошло не так, но ведь все же будет в порядке, да? Ну что, как успехи, дружище? Я тебе вот друга привел. Подойдет? Она ведь хорошенькая, да? Ну как, удалось ли нашему другу найти тебе девушку? Она помогла мне найти пару, да. Отлично! Наконец-то у моего сына есть девушка! Я все правильно, что ли, сделала? Да, похоже на то. Похоже на Сынок, то. Похоже, ты не рад. Что-то не так? Это неправильно. Прости, я просто не могу так. Просто не могу. Но почему? Пап,
Наверное, давно надо было тебе сказать. Мне не нравятся девушки. В каком смысле? Ты... Какой же я идиот. Надо было раньше догадаться. Вспомнить только, как ты сбежал от Сони. А я-то думал, дело в том, что ты ей не понравился. Она была без ума от меня. Пришлось отбиваться от нее кочергой. Я слыхал, что она не из робких. Вот и решил вас познакомить. О, пап. Это был самый ужасный вечер в моей жизни. Тебе и правда не нравятся девушки? Нет. И работать на ферме мне тоже не нравится. А, понятно. И что же ты думаешь делать? Но я всегда хотел жить в городе. Сдается, останусь я один на этой ферме. Не глупи, я не оставлю тебя тут одного. Продай ферму и переедем вместе. Ты это серьезно? А чё? Конечно. Ну, раз он счастлив, я, пожалуй, счастлив тоже. Я тебе и правда многим обязан. Если тебе нужна будет ферма, уступлю по хорошей цене. Пусть она достанется человеку, которому можно доверять. Так, очки известности 3500. Ну, в общем, ситуация более-менее разрешилась. Ты, в общем, дядечка, прости, не понадобился. Иди домой. До следующей встречи. До следующей встречи. Ты как-то, в общем, ты прости, я думала, у вас что-нибудь срастется, а он, видишь, в общем, просто уехал. Так, и теперь это жилье выставлено на продажу, и я хочу купить и вселиться. Так, письмо Джайлса. Законный владелец фермы. Я оставил ключи от подвала в ящике комода наверху. Прошу, не трогать его и не тревожить гробницу за дверью. Там похоронено мое жестокое прошлое. Ну, в общем, сами понимаете, это квест. Пойдемте наверх. Так, а вы тут что делаете? Так, вот ключ от портала Джайлса. Тряпичная кукла. И давайте-ка войдем в режим отделки дома. Что-то какой-то дом вообще прям никакой, если честно. Так. Какая про него есть информация-то? Бонус скачок и крепче стали. В принципе, то, что надо. И войти в режим отделки дома. Давайте попробуем тут все, что можно поменять. Это все не меняется. Вот печь может быть. Нету у меня приличной печки. Стол не меняется. А! Разместить? И где его тут разместить? Где я его разместила? Внизу, что ли, получается? Или наверху, наоборот? Так, ладно, кровать... Не меняется. Давайте посмотрим. В общем, короче, я сама не поняла, куда я этот трофей разместила. Куда-то в пустоту. Кровать хотела поменять после прежних владельцев, но что-то не получается. А, ой, спать. Давайте отдохну 12 часов. Теперь я не такая быстрая, но я стала сильнее и одновременно еще и крепче. И теперь...
Чтобы выйти из режима обстановки, покиньте свой дом. Ладно. Здесь где-то теперь нужно найти подвал. Интересно, тут Сони нету этой? Это не Соня, а Джулия. Так, а ты чем торгуешь? Арбалетами. Купить оружие. Купила для перепродажи. Так. А, вот, наверное, подвал-то, да? Да, подвал на ферме. Сейчас только вот сюда наверх слазим. Посмотрим. Да ёлки, собака, хватит мне с... Ой. Типа телепортация просто произошла. Собака мешалась. И... Пойдёмте. Подвал на ферме. Чувствуется нехорошее местечко. Открыли портал. За привычка дурацкая, да? Сказали мне, ни в коем случае не открывай портал. Да ёлка, правильно. Сразу деваться. Так, следующая дверь. Заперта. А почему? А, тут какая-то кнопка. Идем дальше, зачищать территорию. Должна быть тоже какая-то кнопка. Промаз. Имеем мужество признать поражение. Кнопочки нажали. Идем сюда. Да ладно. Какие вы, да? Вот оно. Так, отличный бонус к опыту. Так. И сейчас на выход, что ли, ведет? Ага. Так. Здесь я нажала, эта дверь открылась. Сюда я зашла. Здесь было, по-моему, и там перекрыто, да? Ну, пойдемте сюда, что ли? Здесь я нажала. И, наверное, где-то тут должно открыться.
И... Будем рыть. Ну, показывай, где, как, чего. Вот он, правоохранитель. А, больше урона. Блин, но при этом зарабатывать шрамы. Так, ничего себе, пушечка такая. Так, у меня тут почему-то ключ. Так, а что еще? Если честно, наверное, я не буду этим оружием пользоваться. Оно, конечно, круто, когда коллекционное и все такое. Но не хочу шрамы. Оружие дальнего боя. Лучше пистолетик. Вроде здесь я закончила. Подношение храму света. Можно еще раз сделать, попробовать. Посмотреть по скульптору. По-моему, да, там ничего нету. Может быть, сейчас еще пару заданий по этому сделать. Ой, нет. Так, а который сейчас? Ровно 12, побежали, мне срочно надо сделать пожертвование. Как видишь, храм процветает. Пока тебя не было, многое изменилось к лучшему. Но если бы не ты, это место бы пустовало, а люди бы ушли отсюда или погибли. Добро пожаловать, дорогой друг. Прошу. Да, давай я сделаю большое, прибольшое пожертвование. Сейчас почти 12. Слышали, Тереза сказала, что если бы не я, то это место бы пустовало. Действительно, я в прошлый раз, уходя, неплохо тут так все прокачала. Я думаю, что вот столько дай хватит. Дай пожертвование нашему храму и получи благословение света. Вот, я прокачала. Каждое пожертвование одарит тебя мудростью и покоем. Я вижу твое сердце полно щедрости и доброты. Твое щедрое пожертвование прославит тебя как благодетеля жатвы в этом году, правда? Пожертвуй побольше во время священного часа и получишь на... Сколько же вам надо пожертвовать, граду жатвы? Чтобы вы были довольны? Ладно, потом, может быть, когда-нибудь. Так. Но зато, видите, я прокачала выносливость. То есть можно просто взять и променять. Ой, игра вылетела. Так. Пошла нагрузка. В принципе, все нормально. Прикольно. Ну, в принципе, если честно, достаточно стабильно игра работает. Даже как-то, ну, пожаловаться не на что. Ну, вылетело, но это было впервые за, блин... Наша история за 8 начинается. Стримов. Каждый из которых по несколько часов.
Подождите, мне тут еще какой-то заглушение. Не, показалось. Да, так бывает. Как бы не старались разработчики, все равно бывает. Я вот вчера писала в статье, что 2 года назад я написала статью про такой-то вид брони. И в статье я написала, что у брони не работает дополнительное свойство, свойство за комплект. Ну, будем надеяться, что скоро починят. Ну, 2 года прошло, не починили еще до сих пор. Так, а у меня предметы. Так, оружие. Блин, не сохранилось. Ничего, все, что я делала. Вот это вот, конечно, фигово. Так, ну ладно, пойдемте еще раз зачистим территорию. Или не ходить. Может, потом как-нибудь сделаю это. Главное, не забыть тут поспать. Чтобы стать вообще прям качком. Мы уже привыкли все к автосохранению. Доходишь до определенного момента, и само все сохраняется. И думаю, что он за мной ходит, а я же его не отпустила, сохранение не прошло. Вообще странно, да? Все, идти, спасибо. До следующей встречи. Да, пока, Лукас. Так, задание. Угу. Освобождение рабов. Подношение храму света Гаргулье не сделано. Чемпион бойни не сделано. Выселение хобов. В принципе, получается, я все сделала. Все эти квесты, они, ну, как бы не обязательные. Хотя можно все-таки сделать сейчас небольшое подношение храму света еще раз. Просто чтобы посмотреть, все-таки оценить, как он изменился, да? О, ну давай. И заодно квест с собакой сделаем. Сюда? Иду. Это по заданию археолога. Пока тебя не было, многое изменилось к лучшему. Но если бы не ты, это место бы пустовало, а люди бы ушли отсюда или погибли. Ну да, мне ужасно нравится, на самом деле, это место. Очень красиво получилось. Был, ну, один, как бы, храм. Теперь их 2. И здесь обустроили источник. Можно купаться теперь. Так, в этом храме мы можем принимать пожертвования, а в этом... То есть делать пожертвования, а в этом что? Просто... Лавки закрываются! Так вот, все. Лавкам пора закрываться. Так, а это надо. Эй, ты выглядишь как те, кто лезет в пещеры, темницы и что там еще, когда люди просят. Ты можешь помочь мне. Видишь ли, это моя берлога. Я живу в этой пещерке. Она практически сухая. Но меня выгнала семейка хобов.
Я пришел в храм в поисках убежища, но если ты очистишь мою пещеру от тех тварей, я смогу вернуться. Ну, давайте поможем ему. Ты же не боишься парочки мелких хобов, да? Да нет, конечно. О, великолепно! Ну, заходи! Войти в пещеру Томми. Ладно, пойдем в пещеру Томми, блин. Что за название квеста? Что за задание? Так, а где пещера-то у него? Так. Мне кажется, где-то вот в том райончике. Что ж, моя персонажка как болтает, да? Не буду я с вами драться, не надо, не хочу. Толк. Просто жуки. Так. И... Видите, тут ничего случайного нету такого, что можно понырять. Где мне вылазить? А, вот вы. Так, это вот у нас. Привет, ты издалека, верно? Вот сюда, видимо, да. Эта пещера где-то тут должна быть. Мы тут проходили в прошлый раз и нападали хобы. Да, вон, кстати, они еще стоят. Блин, стрелял в него, стрелял, он все равно подбежал, но уже палку стукнул. Что за... Дурацкая. Вот она, та самая пещера, в которую мне предлагают зайти, наверное. Шахта Эхо. Похож на страницу самодельного дневника. Я сумел бежать из этого страшного места. Эти негодяи в масках хотели принести меня в жертву. Спрячусь в глубине пещеры. Это, видимо, квест, который поможет нам понять, кто такие хобы, откуда они вообще, собственно говоря, берутся. Ну и заодно найти немножечко полезных предметиков. Так, очередной серебряный ключ. И вторая страница дневника. Сперва я думала, что они сожрут меня живьем. Но
что я избежал смерти в Жульберге, чтобы погибнуть здесь. Я им, судя по всему, чем-то интересен. Они принесли мне еды, и, похоже, это была чья-то нога. Но я еще не настолько голодал. Так, кубов осталось 9, да? А что же вы крутились, как всякое? Нам показывай. Где твое место рытья? Я готова. Монет не так уж и много, если честно. Так, дальше продвигаемся вглубь пещеры. Еще нашла место. Давай пороемся. Одежда какая-то. Где следующая часть дневника? Вот это может быть. Третья. А, почерк на этой странице разобрать трудней. Сплошные каракули. Сегодня играли в отличную игру. Мы сохранились в кустах, а когда мимо проехали повозка, выскочили и измолотили все в мясо. То-то мы сегодня пожрем. Ну, в общем, под влиянием этих хубов, видимо, человек в очередной раз показывает, как он деградирует. И... вожака хобов. Так, это чтобы он нам просто пока не мешал. Так, знаете, что я хочу? Я хочу проверить. Может, я могу прокачать уже этим. Это ты, вожак? Блин, я уже не вижу, где я там бегаю. Блин. Этого надо. Получилось? Вернитесь к Томми. Почерк едва различим. Да уж. Четвертую страницу дневника не нашла, но в принципе. По дороге обратно попробую найти. Так.
Да, вот она. Ага. Пожалуй, мне не стоит больше писать, соплеменники странно на меня поглядывают и начинают рычать. Да и кому вообще нужна письменность? Зубная паста, печеные яблоки, эликсир для морщин, отбеливатель для усов. Это был риторический вопрос, да, действительно, кому все это нужно? Отбеливатель для усов. Так, ну мы с вами должны были уже догадаться, что тот человек, который дал нам этот квест, он, собственно говоря, сейчас и встречает меня. Потому что в последнем было написано, что я нашел корсет, который потрясающе смотрится с моим платьишком. Так. Тебя должны были съесть, а ты их всех убила. Да, я всех убила. Убийца! Все? Я все сделала. Это было несложно. И ушла. Так, смотрите, у меня какое предложение есть странное. Я заявила, что я сейчас пойду по новому квесту в поисках героя ловкости. Но я вот подумала, может быть, я лучше схожу в пещеру. О, вы видели, какая я молодец? Это все я сделала. Вот, смотрите, я заработала этот трофей. Ну, не расходите, сейчас я покажу. Вот. Я! Блин, никто не увидел. Ну, так, вот, есть задание, называется «Снежный шар». Так, да. В общем, надо типа... использовать снежный шар. Надеюсь, я его не продала. Предметы разные. Где он? Вот он. Снежный шар. Это маленький снежный шар. Содержит очень реалистичную модельку деревни. И вот она. Ну, мы с вами вроде как попали в этот снежный шар. Только мы с Собакином здесь видны. Надо изучить, понять и как-то изменить это проклятие. Так. Help me! Please! Make them stop! Останови их! Так, насколько я помню, синих можно убивать только синим мечом, видите? А они довольно-таки сильные. Блин, сейчас привык, что они все по часам набиваются. Выносливость. Еще. А, блин, у меня же в прошлый раз оно не прокачалось. А волю я никак не могу проскачать. Вот некромантию, например. Опыта недостаточно. Ладно. Thank you. No. That was. Thank you. It was just horrible. Это this было place ужасно. Is cursed. Just look at it. Это these место проклято. They've sucked all the color out of the world. You have to save пропали, the others. Короче, they have no idea what's going on. Here, you'll need this. В общем, я не знаю, что происходит, но тебе нужно это. Это ключ от красильни. Красильня — это место, где, видимо, можно как-то цвета обновить. Так, и что нам дают? Это... Наконец-то! Я смогу теперь получше прокачать некромантию. Так,
Теоретически мне надо вот туда назад, но... Вот эти двери закрыты еще, да, судя по всему. Сейчас все будет. Я просто вот здесь вот увидела издалека вот этот сундучок. А в нем... Да, корсаж! Блин, почему я не могу это слово вслух использовать? И еще и шапка, и еще и юбка. Подождите, вся полностью одежда ее. Нифига ж себе, теперь я выгляжу как... как Хоп, который перед этим давал мне квест. Так, ну давайте посмотрим. В принципе, неплохо. Так, давайте только немножечко как-то это поменяем. Добавим что-то свое, да? Головной убор, мне кажется, был все-таки лучше вот эта вот шляпа лесного брата. Юбка какая-то вообще дурацкая, мне кажется. Верхняя одежда, если снять. Ну, в принципе... Туловище. Туловище, в принципе, я бы оставила. И ноги. Вот такую юбку я бы оставила лучше. Да и обувь, если честно, что-то меня как-то вообще не произвела впечатление. Я так хотела померить эти обувь, эту обувь. Лучше, наверное, ботинки благородной леди. Я даже не знаю. Так, костюмчик, конечно, так себе получился. Давайте попробуем это все немножечко окрасить. Вот, например, краска безоблачного неба. Попробуем ее на туловище нанести. Вот так вот родничком. Так, и... Наверное, все. А сверху я, наверное, сейчас одену все-таки какую-нибудь кофточку накину. Что-то мне не нравится. Черная куртка. Укороченный жилет. Блин, так намного лучше. А если на ноги одеть просто юбку? Чё, миленько? Ладно, не зря же я ее добывала. Специально приперла сюда. Сейчас похожу немножко в такой юбке дурацкой. И... ноги. Ой, это как-то слишком. Надо вот эту, значит, наверное, краска безоблачного неба. Ну, может так. Не идеально, конечно, но, по крайней мере, интересно. Прозрачненько так как-то интригует. Побегаю так. Как я сюда вышла обратно? Так.
что у нас тут есть, чтобы порыть? Две тысячи золотых, неплохо. Так. А тут? Ага. Этот сундук нельзя открыть, пока не включатся цвета в этой локации. Ладно, пойдемте в красильню. В принципе, логично, что в красильне, возможно, будут какие-то цвета. Теперь у меня есть ключ. И... ого. Oh, that's better. It's about time someone did something about this damn curse. В общем, что-то там, короче, надо что-то делать этим проклятым. You're going to need help if you're going to find your way to everyone. Here. I caught this when I was a boy. I think it's a butterfly. Когда я был еще мальчиком, я нашел вот эту вот типа бабочку. Вот эту вот бабочку. Go on, little butterfly! Ну, в общем, короче, задачка у меня сейчас обследовать и изучить это проклятие. Сюда вот я куда-то наверх послала. О! Я удачно зашла. Так, подождите секунду, сейчас приду. Звук громче, чем голос, написал мне канал. А, немного об играх. Спасибо. Сейчас разберусь с этим. Так. Ну, надеюсь, вот так будет получше. Просто действительно в этой игре, я совсем забыла, в некоторых местах очень громко. Так. Ладно. Мне давали 28 презервативов и книгу «Твоя цель – свадьба». Костюм шлюхи, простите. И... ну ладно. Такой уж квест, чё ж делать. Так, по этой штуке надо... а, подождите, по ней тоже надо бить. И... а, он мне, наверное, сейчас ворота вот эти откроет. Как хорошо, что у меня есть такое хорошее оружие. Мощное. Ну, конечно, и пистолет тоже надо было добавить модификаторов. Если ты тронешь мою собаку, тебе не поздоровится. Да ладно, ты не такой. Я у меня не здоров. Так, получилось, Собакин. Тебе нужна помощь, да? На. Так,
Мне сейчас надо вот сюда. По-моему. А может нет? Что-то тут есть. Да, вот еще один сундук. Дрессура, прыгай. Будешь прыгать? Или ты уже умеешь? Так, а здесь у нас что? Это какое-то захоронение, судя по всему. Место рытья. Ну, показывай. Идем. Сюда. Теперь сюда. Я лучше тебя знаю, где тут рыть. Помню до сих пор, блин. Ой, отвлекла собаку. Интересно, вот во второй части. Так, задание. Так, предметы разные. А в первой, да и во второй части игры можно было просто взять лопату и использовать ее в определенном месте. А так. О, да, получилось. То есть даже. Правда, я не знаю, зачем мне это вяленое мясо. Это какие-то отсылки, которые я вообще не понимаю. Может быть, может мне кто-нибудь подскажет. Может, это к первой части отсылки. Хотя первую часть я проходила. Так, ну, показывай. Тут. Ну, я готова. Так, а может быть... Кажется, я слышу какое-то гудение, но, возможно, мне просто кажется. Какая-то дверь, которую я не могу открыть. Хотя нет, подождите, тут вот есть. Он не откроется. Так, ладно. Побежали дальше. А что у нас тут? Прочитать. Мёртвый коттедж. Только по приглашениям. Ладно. Не больно ты хотелось, подумаешь. Ну ладно, хотелось, но... Может, потом позовут. Так, мне прям конкретно говорят, что мне куда-то сюда. И по лестнице вниз. Так, а тут больше ничего интересного нету. Прочитать. Алан Дэвис. Ладно, пойдемте в страшный холодный сырой колодец. Мы справимся. Я в себя верю. Так. Юбку, конечно, я напялила дурацкую, да? Ну, блин. В этой игре есть очень мало вариантов таких, знаете, чтобы взять и попереодеваться. Поэтому пойду в этом. Мне кажется, мне нужно еще какой-то шар найти, чтобы еще что-то открыть. Так, а тут у нас что? А вот ничего. Так. Вот, видите? Желтый тень. Ну что? Oh, what a relief! Thank you. That's the last time I follow one of those fat birds down a cave.
Так, ну, в общем, я видел здесь какую-то жирную птицу. Он говорит, и сейчас я вам ее типа покажу. Она у меня тут где-то неподалеку. Пошел вот он вроде за ней. Может и нет, давайте посмотрим. Ну, иди. А, рычаг он поднимает. Хорошо. Вот она, его жирная птичка. Ты сам отсюда выберешься? Ой. Прикольно, очень важно тут, конечно, не потерять ничего. Ну. Что ж, вы какие живучие-то, а? Печалька. Так. И... выстрелили. Он куда-то сюда улетел. И еще дальше. И... ой. Вот тут можно нырять. Ой, он в колодец улетел. Значит, надо будет... ну и ладно. Тут такие страшные типчики, смотрите. Я даже не знаю, к чему эта отсылка, но выглядит страшновато. Видите? И они все на меня смотрят. Хотя, может, я просто нагнетаю. Никто на меня не смотрит. Все хорошо. Просто хожу, делаю свои дела. Ой, мама. Вот они. Все тут. Так, сундук этот я не могу взять. Или могу? Нет. А может, мне надо их все разрушить еще до того, как они превратятся в эти тени страшные? Так, дневник непонятно кого. Ладно, так. Да что ж такое с тобой, пёсель? Дай конфетку дам. Михаил, кстати, как лучше стало слышно или похуже? А то мне тут в Дзене написали, что что-то как-то... меня было слишком плохо слышно. А ладно, разделаюсь, что с ними. Блин, вот и самонадеянная. Так. Стреляем.
заманивает меня. Так, а тут что? Довольно-таки большая локация. Очень большая. Ого. Зачем я сюда пришла? Тут вот что-то есть. Может, я зря сюда пошла? Мне кажется, это может самое начало, хотя. Ну нафиг, не буду больше пока сворачивать. С проторенных дорожек. Так. А нет, вот видите, не зря свернула. Нашла какую-то статуэточку. Не знаю, что она дает. По-моему, если найти все статуэтки Морга, то дадут достижение игровое. Делос. И вылазим. Спасибо. Так, вот оно, вот оно, вот оно, вот оно. Да что ж такое, не спешили она. И ворота открылись. Ой. Это из-за того, что я вошла в домик? Ладно, с домами разберусь потом, не спеша. Ну что, пес, ты готов? Вот это вот поистине культовое место. Все продвинутые игроки Fable знают, что здесь можно купить, найти или отрыть одну единственную куклу коллекционную. Вообще в этой игре можно взять двух таких кукол за раз. Вот, и игроки были вынуждены ими обмениваться, хранить их. И, как бы это правильно это выразиться, за 5 разных кукол можно было получить коллекционное достижение редкое. Прикольно, ладно. Пойдемте по сюжету. Попробуем освободить это место. Все-таки. По-моему, тут сейчас будет просто бой. Но посмотрим. Красные тени. Соответственно, красные тени. Они будут ждать от меня. Не могу в него нацелиться. А он же меня может. Получилось? Да, получилось. Только с 25-й попытки, но получилось. И вот наша. Oh, так, слава богу, все закончилось. Но детки,
А они убежали. Они очень испуганные. Маленькие, не знаю, кто такие. В общем, ты должна их найти. Моя задача сейчас найти трех детей. И спасти их, соответственно. Так, а это что у нас тут за княженца? 5 деток нужно спасти сейчас будет. Ну, показывай, где твое место рытья. Я готова. Тут? Так, вот здесь есть какой-то проход. И не открывающийся пока сундук. Ну и ладно, не особо-то и хотелось. Ну ладно, хотелось, но я потерплю. Пойдемте искать детей. Они куда-то вот сюда убежали. Вниз, наверное. Так. Ближе к воде. Сейчас мы их отобьем. От злодеев. Так. Один что-то отсюда кричал вроде. Да. Так, погодите. Так, мне надо вот так вот, наверное. Блин. Да что ж такое, а? Не работает. Видимо, блин, из-за того, что меня тут в угол загнали. Похоже, у меня игра зависла. Выходи оттуда! О, вот. Что, думал, я с тобой не разделаюсь? Так. Ну что, Лиза, беги. Спасайся. Так, пошли дальше. Что тут у них вкусников есть? У них, кстати, как правило, что-нибудь полезное и питательное. Хотя вот сейчас какая-то только ножовая одежда валяется. А здесь у них что? Видите, маленькая фарфоровая кукла. Презерватив. Их самое распространенное, блин, лут, это, по-моему, презервативы. Так, первый домик обыскали, во втором домике, может, тоже есть детки. Так. Так, второго ребенка спасли. Не помню, не вижу, где он, а вот он. Беги скорее. Так, а что у нас тут? Тут у нас что-то типа воды. Пойдемте-ка поплаваем. Да. Нырк. Краска безлунной ночи. Такая у меня уже есть. Так, и... статуэтка. Танцующий Мурка. Очень-очень-очень-очень ярко. Яркое освещение. Но сейчас, я думаю, мы что-нибудь найдем. Так, третьего ребенка спасли. Давай, беги. Так. И еще одно место для рытья. Yeah!
Не хотела пить кофе, но раз уж нашлось, чего ж не выпить-то, да? Так, что у нас тут? О! Так, четвертый малыш спасен. Так, где-то он тут побежал. Ты куда ты делся? Так, все, нет. Да, ты можешь пока бежать домой, пока. Беги, я сейчас приду. Так. I can go home now. Так, вот я куда хотела заглянуть. Во-первых, здесь есть место для рытья. Ошейник. Высокие сапоги. Да еще раз презерватив. Что это за место такое? Блин. Как-то неловко. Так. Хотя ладно. Я нашла еще один. Одну статуэтку. И прибежала прямиком к нашей учительнице. Она тут. Вы нашли их. Всех. Here. The children want you to have this. Детки хотят отдать вам вот это. И это что-то типа... They say it's the key to this town's secrets. Да, они говорят, что это ключ от секретного города, что ли, или башни. И она попросила освободить жителей от проклятия. Ну, по крайней мере, попробовать. Так, мы с вами будем изучать все тайны этого места не спеша, после того, как откроем сейчас вот эту вот дверку. Так, вот она. Будет здорово. Так, это какая-то книга. Какой-то... Блин, я вспомнила, что это. Это была загадка про какого-то кролика. А где она у меня появилась? В книгах. Сейчас. Блин, прикольно, тут я вспомнила. Ой. Вот, прыгающий кролик. Короче, он где-то жил. Однажды он покинул свою норку, готовый к приключениям и чудесным открытиям. И, в общем, а вот, блин. Короче, он что-то там, короче, какими-то яйцами украсил. Что-то такое. Надо будет потом подробно это все перечитать. И попробовать его воспроизвести. Особо не заморачивались разработчики. Еще одну стену сломали просто и все спрятали.
Так, и куда ты меня зовешь? Сюда, да? Ну давай пороем. Это интересно. Триста монет. Так, тут сундук, который я пока не могу открывать, за которым потом придется отдельно возвращаться. И дверь, которую я тоже пока не могу открывать. Ладно. Ой-ой. Вот видите, сочетание разных врагов. У меня есть и синий, и красный. Их можно каждого выбивать только своим видом оружия. В принципе, я справилась. Так, идем дальше. Ладно. Не, получается, что даже тени их немножечко отвлекают. И а его замочить нет. Замочить они его, к сожалению, по-моему, не могут. Но, по крайней мере, отвлекли. Уже хорошо. Что у нас тут? Следующий проход. Блин, опять не дали. Ну, было несложно. Они используют волю, ту, которую я не использую. Электричество меня бьют там и так далее. О, этот сундук можно открыть. Ага. Эликсир и собачье лакомство. Побежали. Ага, культ. Останови их, ля-ля-ля. Я не могу больше так терпеть. Ну, короче, мне надо попросить убить. Так, в этого чудика надо выстрелить, чтобы попасть. Этого мечом себе подсуну. Ура! У меня получилось! You saved me. Thank you. Wait, подожди, что происходит? И... Вот этот мир! Вернулись сюда!
Ура! Finally, we can all rest in peace. Да, мы можем теперь отдохнуть в мире. Спасибо. Очки известности, если честно, всего 150. За такой, в общем, непростой, если честно, квест. Так, но мы, мягко говоря, обнаружили не все секреты этого места. Вот, а в следующий раз мы с вами тут везде еще походим, посмотрим, поищем. Насколько я помню, может быть... В одном из этих домов, по-моему, он, этот секрет. О, кстати, сундук. Пурпурная краска. Звучит зловеще. Так, может, вот эта дверь мне нужна? Да, вот это, видите, над ней такие специальные украшения, типа в виде яблочек. С ними надо будет разобраться чуть позже. Где-то пока я тут гуляла, я видела, да, вот эту вот штуку. Но вот как до нее добраться? Надо будет подумать, повспоминать. Может быть, вот в этом доме? О, открылась. Вот она, да. Так, давайте так. Я вот прям на вот этом вот самом вот волшебном месте сохранюсь. А потом, не торопясь, сделаю этот квест. А сейчас мне надо идти. Подождите секунду. Так, спасибо, что были со мной. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте комментарии, вопросы. И завтра мы с вами продолжим с этой игрой. А сегодня вечерочком приложу все усилия, чтобы выйти поиграть в Fallout 76. На этом все, пока-пока.